делать? Совсем ты ничего. Мам! Мамочка! Я решила заняться подготовкой сама. Ты уверена? В прошлом году ты забыла пригласить гостей. Теперь у меня все записано. Хорошо, садись покушать. Мам, купи коту сосисок. Он все свое съел. И мне булочек для бургеров на завтра. Хорошо, завтра бургер-вечеринка? Да-да. Ну что, Китти, приступим. Для начала всем позвоню, пока не забыла. Алло, привет. Жду вас завтра на моем дне рождения. Хорошо, мы поняли. До завтра. Диан, нам завтра идти, а у тебя еще подарок не готов. Не мешай мне, я рисую. Диан, что-то это не похоже на ее портрет. Может, что-то в магазине купим? Лучший подарок – это сделанный своими руками. Так, я пошла в магазин. Полин, привет! Привет! Приглашаю тебя к себе на день рождения. Отлично, я приду. Ну и как я тебя понесу? Фух, всех обзвонила. А теперь уборочка. Музычку погромче. Ничего не разбила, все под контролем. Чистота. Осталось украсить. Сейчас как надую. Надула. Осталось все повесить. Фух. Главное, чтобы это до завтра дожило. Катя, я все купила. Иду, мам. Мам, а есть молочка попить? Возьми в холодильнике, только погрей, а то будет горло болеть. Жажда замучила. Обожаю. Булочки для бургеров. Готовить буду завтра. Свежие, вкуснее. Скорее лягу спать, чтоб день рождения быстрее наступил. Просыпайся, Соня, с днем рождения. Спасибо, мам. Все-таки напилась молока ледяного. Сейчас будешь ноги в тазу отпаривать. Неужели я заболею в свой день рождения? Марш в постель, сейчас принесу чай с медом. Еще спишь-то, Соня? Я немножечко приболела. Но это не испортит мне праздник. Ставь лайк и подпишись на наш канал. Subscribe to the Double Bubble Channel. And like this video. Like, like, like.